Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы продолжаем проходить Beyond the Good and Devil the Soul, как, блять, это называется. Что у нас было в прошлый раз? Я немножечко забыл, подзабыл, что. А, вспомнил. В прошлый раз у нас доблестный рыцарь ебанулся вниз камнем, так сказать, орлом упал за лебедью своей. И теперь мы с вами продолжаем куда-то с вами идти, с вами мы, с вами, мы с вами, прикиньте, мы вместе тут с вами, блядь. А между прочим, пошла заставка, я думал, пошла заставка, но нет, нихуя не заставка. А, мышка, для чего мне мышка сюда, я думаю, чего мышка, ничего не происходит. Так, это что тут, как тут, где тут? Ага, ты у меня прыгнешь, красавица моя, погнали вперед. Так, где мы с вами вообще очутились? А, подъемник. А, блядь, ебать, мать твою налево. Что это за хуйня такая здоровая, как испугался. Держись, Джейд, реактивный ботинок! Джейд, мне нужна помощь! Ебашь его, на! Сука, оставь моего друга в покое, пидорас! Ой-ой-ой, ты куда? Так, тихо, дайте-ка я его сфоткаю, наверное. Мне надо его сфоткать. А где у меня камера? Ты на какую камеру-то? А, на X. На! Циклопиус! Полюструс! Полюструс. От слова полиция и от слова люстра. Мы считали этот вид вымершим тысячи лет назад. Да ладно ты, ну живые все, ну ёптыш. Поехали, вперед. Полюстриус, хуёпстриус. Воу, это кто так? А, он меня стреляет, сука. А, я тоже могу стрелять, я забыл. Как там? На, блядь, точно. А, и сюда. Нет, нет, уйди. Это кружу-кадавру. Хуй ты по мне попадёшь, Да ты посмотри, что творится, блядь. Посмотри, что творится. Где мой хавчик? Хавчик мой где? Хавчик! Блядь, у меня хавчика нет, ты представляешь? Хавчика нет. Хавчика нет, блядь. А как я его буду убивать-то? А знаете, что только что было? Я только что проебал первый раз в этой игре. Ха-ха. Охуенно, блядь. Уж в этой-то игре и проебать. Ну, просто гениально. Вообще. Хотя, ваза тоже она очень сложная просто, поэтому я и проебал. Но мне показалось, я не проиграю ни... Воу. Тут даже звук пошел в этот раз. На помощь. Ну, сука, оставь его в покое, пидрила. Оставь, я говорю, блядь, в покое его. Так, камера. Тудух. А я попадаю в него? Да, попадаю, смотрите-ка. Оп, валим. Нет, Джейд, беги! Хуй ты по мне попадешь. Бля, опять у меня бьет, ты посмотри на него. Так, где вот он? Вот он. А, на, сука, оставь свинью в покое, падла. Плохое качество, плохая музыка. И чё? А, отсутствует хранилище. Как это? А, бля, я ещё не сфоткал. Мы считали... Да я знаю, что вы там считали. Вы считали столбиком. На, блядь! Ты оставишь его в покое, нет? А что делать с ним надо? У меня хавчика нет, вы представляете, у меня все кончилось. Ладно, побежали. А он же меня сейчас ударит. На, блядь! Ха! Дребуха! Где он, блядь, где он? Вот он. На, сука, падла, на! Паскуда, тварь, как там сейчас популярный видосик-то есть? Паскуда, тварь, получи! Жрешь целыми днями, сидишь! Опа, хуй тебе! На! За раз, блядь, два сердца уебал! Ты посмотри на него, а! Ты посмотри на него! Паскуда! Тварь! В натуре! Самая подходящая фраза сейчас для этой всей хуйни происходящей. Отлично! Как скипнуть заставку нахуй? Она не скипывается никак! Сука, свинья, вечно тебя, блядь, спасать надо от всего проститла. Где тут он? Сфоткаем его еще раз. Отлично, циклопиус полюструс, это мы в курсе. Так, тихо. Я тебя сейчас постреляю, блядь, в меня, пидрила. Сам застрелю тебя нахуй. Так, бежим. Беги, Джейд! Беги! Красава! Так, давай бей меня. Бей меня, паскуда тварь. Воу. А, вон он еще. На, блядь. Так, быстрее подбегаем к нему. На! Отлично, так, стратегию. Главное понять стратегию в любой битве. Открываем конспектики. Записываем. В любой схватке с любым монстром, с любым боссом, с любым хуеплетом на этой земле, в первую очередь надо понять стратегию борьбы. Потому что если мы не поймем стратегию борьбы, нас будут выносить три раза подряд, и мы нихуя не сможем с этим сделать. Собственно, как это было со мной в прошлый раз. Опа, так, паскуда, держи. Отлично. На. Вот и все, собственно, увидали, все. Все, пиздец, он не в силах больше мне противостоять. Я понял, отойди. Я понял всю соль, уйди нахуй. Так, вот он прыгает, и я его пищу, и все. И он сейчас отпустит свинью, и мы убьем его нахуй. Ой, куда это он?
Чувак, ты зачем туда улетел? На, блядь. В глаз тебе, в глаз, пидорас. Ага. А, он что прыгает, смотри. Так, ну давай, на, ёпты. Все, 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 нет, блядь, не все. Бежим. А, ой, ой, ой-ой-ой. А, все. Нихуя у Свинтуса бампер на жопе, вы видали? Отлично просто, от Волжанки, наверное, от какой-то, от самой первой, блядь. Вот в такую музыку, во время такой музыки. Лежать бы мне на блюде с яблоком во рту, если бы не ты. И с бананом в жопе. Классно шучу, да, блядь, как ебать. Как Мэдисон лучшие годы. Так вот, а во время такой музыки, вот такой вот победоносный, такой торжественный, ой, там пришел, торжественный, прям так и хочется сделать вот так вот. Ты нашла его, просто невероятно. Кого? Он просил не беспокоиться о нем, как-нибудь выберется. А, H2, ну да, помним такого. Так, у меня кончился хавчик, насколько я понимаю, мне нечем лечиться, мне надо записаться, мне срочно сохраниться. Вот, рифма, блядь, охуенно. А, сохраненные игры. Да, сохраняй сюда. Угу. Угу. Кофеёк. Эй, ну-ка. Бог мой, надо найти способ достать эту жемчужину. Какую? А чё, я не взял жемчужину, что ли? Ты чё, э? Свиномать. Как я не взял жемчужину? Ты охуел, что ли? А где она? Эй. Где? Товарищ Пейдж. Товарищ Страница. Блять, представляете, свинью зовут Страница, охуенно. Где? Где моя жемчужина? Я не вижу жемчужину. Какой грустный у тебя ебало. Вообще ничего не понятно. А куда нам надо идти тогда? Тока нет. Да как, блядь, тока нет? Так или иначе, путь ведет наверх. Наверх? А как мы туда подойдем? Наверх на этот. Мы же все вроде обследовали, и ничего у нас не происходит особого. Вот это загадка века, толкать. Что, блядь, кого толкать? Свинью толкать? А что это за электрограждение? Ну, это маяки, подобедов. Автономные генераторы. Вот красота, очень нам пригодятся. Автономные генераторы, окей. Какие, бля, автономные генераторы? Ты разбираешь? А, смотри. Я вижу, снять бы его оттуда и поискать другой источник тока. А, ты разбираешься в переключателях? Пока тока нет, с ним нечего делать. Так, что это за электрограждение? Ну, эти вояки меня потрясают. Автономные генераторы, вот красота, очень нам пригодятся. Может, ты, блядь, снимешь там их, например, я не знаю, как бы. Нет, не хочешь? Включить, выключить? Так, ну в лаборатории мы были, там нам делать нехуй. Если мы сейчас пойдем вниз, в том месте, в то место, где мы тупили очень долгое время. Чё, уязвим места? А, деревянный ящик плюс алюминий, пих. Окум из альмы плюс алюминий. Чего, блядь? Какой-то пих. И что мы будем делать сейчас с вами, ребят? Я что-то не понимаю немного. Там мы, по-моему, все с вами обошли. Чё ты хочешь толкать-то? Оу-оу-оу-оу, смотрите-ка, смотрите-ка, я... Оу, вот оно чего! Йоу! Вот я молодец, да, разгадал какую-то тайну, загадку великую. Отлично! Вот, мы подали ток, оказывается, это мышь. Не просто так нам здесь мозг ебет вторую серию подряд. Она здесь нужна, чтобы открыть путь вот к этому убитому человеку. Че? То, что надо для подъемника! Какие пробки? Вот эти пробки? Давай возьмем пробки. Оп! Оу! Эй! Ты чё? Слышь, ты чё с меня свинина наебываешь и затягивает? Сердечко потерял. А лечиться-то нечем. Смотрите, тут, оказывается, можно вообще во всё стрелять этим сраным каким-то приколюшкой этой. Тут нужен спецпропуск. Какой? Какой, блядь, спецпропуск? Тут чё, вход в общагу, что ли, спецпропуск? О, один спецпропуск для мисс Джей. Отлично! Оу, оу, верни, верни! Здрасте, блядь. А, блядь, драка, нихуя себе. Тихо, тихо, тихо. Эй, эй, эй. Давай, чувак, бей его. Вали его, сука, вали. На. Ха-ха. Пизду. Ой, смотри, какой живучий пидорас. На, блядь. А, все, он не живучий уже. Он уже не жилец. Он сейчас взорвется. Нет, отойди, Джей. По твоей команде. Все, ёпты. Ну и ну.
Крутатый со стражей. Конечно, не то, что ты, обормот. Никакого от тебя толку вообще. Браво, крошечка! Использовать кодовый замок, выбрать 2-3, использовать запятая. Охуенно просто! Какая запятая? Я не дотянусь до этой кнопки, запятая. Так, это нас тоже под давлением, под напряжением. Это мы тоже, судя по всему, не возьмем. Ну тогда нам надо... Единственный путь нас попасть сюда внутрь. Воух! Ты шеедаш! Нарушители! Давай, вали его! На! Вали их всех! Вали, жирный! Вали их! На! Ой, что-то взорвал. Вали его! На! На! Так, вали, 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 вали! На, бьем, бьем всех в одного! Отлично! Воу-воу-воу-воу-воу, жирный, бей! Я умру сейчас! Я сейчас умру, бей их! На! Да ебать, да что за серия такая? Хватит меня долбить уже, ублюдки! Так. Там что-то лежит, эту хуйню можно сломать. Вы посмотрите, отлично. Давай, вали их! На! Так, вон туда. Сразу в этого. Ух, бля! Ебать! Вали их! А, где? Как мне надо взорвать вон ту хуйню? Давай, вали их! На! Нет, 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 давай бей еще. Надо взорвать вон ту хуйню. На! Блять, смотри, он не взрывается. Так, еще раз давай, прыгай, прыгай еще раз. Нет, прыгай. Да ёб твою мать, я хочу взорвать сраный этот электрический заряд. Прыгай. Прыгай, говорю. Ну, давай, взорви его. Есть! Ха-ха! Там что-то полезного всякое есть. У-ру-ру-ру-ру. Еще один остался. Вали, вали его! Прыгай, сука! Одного в одного! Нет! А-а-а! Давай! Есть, все, один сдох нахуй. Последний остался. Все, все, они все сдохли. Нет, они еще не сдохли! Нет! Отстань от меня! Отстань от меня, ебаный извращенец! Давай еще раз! Хорош, еще один, последний, все остался! На, 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 сука! Давай! Так, отлично, я пока денежки соберу, ты пока побей. Вали, вали, вали! Хорош! На! Ха-ха! Вот и все, сучечки! О, даже не по себе! Такие чудеса техники и вдребезги! Да ладно, че это? А че такое у нас тут? Взять. Сердечко. О, отлично! Шкала персонажа увеличивается на одно сердце. За ебца у нас уже 5 сердечек. И все целиком. Ну просто красавелла, мы с тобой свинтус. Так, ну хорошо, теперь нам что, надо заходить сюда? А, использовать на Q. Так, значит, запятая это у нас Q. Все, запомнили. Отлично, предохранитель один мы вытащили. Бери. 60... Кто пьян? Ты пьян, чувак, зачем ты делаешь? А ну, в принципе, хули выходные. 64-амперный предохранитель. Хиллийский стандарт. Отлично. Ты переоцениваешь мои силы, Джей. Парочку фу-1, или тебе придется волочить меня на себе. Чего ты пиз... А чё этот, как вот, тоже надо вытащить, что ли, да? А как его вытащить? Свинья, ну-ка подпрыгни. Может, что сделается? Нет, смотри, не хочу, говорит, прыгать, не буду. Так, а... Без спецпропуска никак, Джей. Бежим, 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 бежим. Ах, вот, отлично, все, вон оно что. Так, ну теперь валим отсюда, да, здесь, в принципе, делать больше нечего. А ну дверь-то открывается вообще или нет? А, нет, она просто открывается, короче, ничего не происходит. Ну хорошо, теперь у нас есть какие-то предохранители. Мы их, походу, можем куда-то с вами вставить, только вот куда, хуй его пойми. Так, здесь у нас что? Здесь у нас больше ничего не надо делать? Тока здесь нет. Отлично. Здесь мы ток тоже отключили. Просто заебца. Мышку мы можем убить мышку. Ха! Ха-ха! Классно. Вот у меня есть пистолет. Пиздатый пистолет. Здесь что? Может, это тоже надо как-то покрутить? Нет, наверное, вряд ли. Пойдемте, все, назад. У нас есть предохранитель. Сейчас мы их куда-нибудь вставим. Кому-нибудь, куда-нибудь. И у нас что-нибудь предохранится и заработает. Это будет просто сказочно. Вот сюда, может быть, куда-то вставить что-то надо. Атака.
Ну, обезьяна мне в племяннице. Не обижайся, Джей. Подъемником от них досталось. Обезьяну мне в племяннице. Ёб твою мать. Дядюшка Пейдж тебя вылечит. Ну давай, лечи, дядюшка. Ну что, как думаешь, справишься? Справлюсь. Но чудес не обещаю. Охуенный ремонт. Его здорово тряхануло током. Я тоже так могу ремонтировать. Нужна новая бочка. Разыщи-ка нам донорский орган. Чего, блять? То бишь предохранитель. И где прикажешь искать мне предохранитель? Не знаю. Но найти придется. Он совсем плох. Ребят, вы понимаете, как бы, что у нас уже есть два предохранителя? Слышь ты, ёбаный ремонтник, он все тут, короче, просто взял молотком и все расхуячил. Вот вам ремонтник отличный. Синий толкай, на, держи. Ну и чё, я все сделал. Можно использовать подъемник. Ну, если его починить. Так почини, ёптой мать, предохранитель на месте. Сложнейшая операция. А мотор сбалансирован, предохранитель поставлен. Электрошок, чтобы очнулся. И он снова с нами! Слышь, чё? Дядя Страница, а какой, блядь, электрошок? Тока нет. Электрошок? А где мы возьмем с вами электрошок? Поехали? Нет. А, чё ты там говоришь, кстати? Ну-ка, повернись. Стой, толстячок. Ну, Страничка, поговори со мной. Кстати, я нашла H2. Агента Ирис? И что, он жив? Будем надеяться, я тебе все расскажу потом. Так, нам нужен электрошок. А, может, вот тут вот надо? Смотрите-ка, точно, сейчас я буду в него стрелять, он законнектится, и все будет охуенно. Ну-ка. Я такой наивный, что пиздец. А может, в этот пострелять? Ой, что это такое? А, я Дратус Гигантус. А, точно, смотрите-ка, воу! Пейдж! Поехали! Не знаю, пройдет ли он госинспекцию. Да-да, по-любому. Но проверить его в деле не мешает. Толкай! Меньше пизди, больше толкай. Ух, сработало! It's working! Вот это хорошо. Конечно, получилось. Кто работал? Это же не ты. Бесполезное говно. Долго не продержится. Да, еще это стоит сказать погромче, чтобы я тоже как бы это слышал, потому что в избежании всяких там непредвиденных обстоятельств, чтобы я потом на тебя не жаловался. Сам себе под нос, блядь, сказал, да, долго не проработает. Тебе, Джейд, пиздец, но я тебе об этом не скажу. Не люблю таких людей. Все бубнят себе под нос. Сейчас кто-нибудь приедет, да? Трудились, напарник. Да вообще просто пиздец. Это были только цветочки. Вот почему? Вот в любой, сука, игре, в любой ситуации, в любой жизни, в любой... Вообще везде есть такой, сука, козел, который не расслабляйся, будет только хуже. Это все еще хуйня. Откуда ты, блядь, это знаешь? Объясни мне, чувак, ты что здесь уже, собаку сожрал, блядь? Или еще что? Откуда ты можешь это знать? Поехали. Такое чувство, что он уже, блядь, 7 жизней прожил, 18 раз здесь был, 15 раз пиздюлей получил. Не расслабляйся, это только цветочки. Дать бы тебе твоим же ключом. Что-то мне здесь не нравится. Да. Кстати, держи. Это пришло как-то на днях. Не забудь прочитать. Что же ты мне раньше не сказал? Наверняка в нем новое задание. Не подумал. Прости. Столько событий. Такой ты, короче, мудак, Страничка. Я вообще с тобой больше не разговариваю. Не звони мне больше нахуй никогда. Так, а толкать? Давай толкать будем. Иди толкай, блядь. Тудук. Тудук. Что-то с первого раза они сегодня не срабатывают. Вообще никаких выключателей. Ой, ну конечно, началось. Это все хуйня. Давай, жирный, прыгай. Нет, да я тебя сейчас ударю, блядь. Прыгай давай. Прыгай, говорю, жирный. Ты будешь прыгать сегодня, нет? Я ему говорю, прыгай, он не прыгает. Ты посмотри на него, сука какая. Прыгай, суператаку делай. Да я тебя сейчас намахнусь.
Все? Неплохо, малышка. Если б не ты, они бы разрезали меня на ломтики и поджарили. Ну, а я б тебя сожрал, чего плохого-то? Выход. Ой, мысли, у тебя есть мысли? Свинья, у тебя есть мысли какие-нибудь? Тссс. Я чую запах вроде протухшего тунца. Да естественно, тебе лишь бы пожрать. Чё ещё ты можешь чуять? Ух, на, посмотри, какие у меня сиськи. Вот она угорает над ним. Типа, завидую, свинья, тебе это никогда не достанется. Ну, правильно, чё, так. Куда мы тут зашли? Чё, тут куда-то можно залезть? Оп. Почему она не прыгает? А, на контрол. А, не на контрол прыгать. А на чё залазить? Не высовывайся, Джейд. Надо сперва понять, с чем мы столкнулись. С чем? Ну-ка. На! Бух ты ж, нихуя себе, выдает она. Женский Чак Норрис, это охуенно. Так, давай потихонечку, полигонечку пойдем. Ой! Уязвимые места. Органическая материя, выделение тепла, слабое место, воздушный резервуар. Все, понял. Личные фото шифт. Ты что делаешь, ты ебанашка? Она только что чуть не спалилась всю контору. Всю операцию чуть в говно не превратила своим выстрелом. Кто же знал, что на правую кнопку она стреляет? Я же не помню. Что у нас тут происходит вообще? Ай! Смотрите, какая мышь. Где она? Вот ты уже съебалась. Ты посмотри на нее. Так, хорошо, ладно, пойдем дальше. Погрузочный док. Что у нас тут, выйдем как-то? А так. Экс. По нулям. В смысле по нулям? А как тогда выходить-то будем с тобой, мать? Каким нулям? Так нечестно. Вот, мышь! Смотрите, какая большая мышь. Она видит меня, убегает, сука. Ну ничего, я тебя все равно еще найду. Я тебя зафоткаю, будешь знать. Не получится. Да ты издеваешься, что ли? Так, карта. Анализировать. Карта уже загружена в память. Ну и нахуй мне это нужно? Что у нас тут еще есть? Решетка 6-го уровня. Закаленная сталь. Слишком далеко. Закаленная сталь. Ну окей. И чё? А, надо, наверное, вернуться к толстячку и сказать... Вот она! А-а-а! Мышка. Ну, почему ты не фотографируешься, сучечка? Ну, давай, давай, давай. А, еще чуть-чуть. Ха-ха! Есть, попалась! Ратус Альбус, отлично. Работа продвигается. Еще раз спасибо. И все? Это все, что ты можешь сказать? Фу ты, епты. Да куда ты, блядь, спустись, вон пролезь туда. Да ты ебанулась, что ли, мать? Залезь, говорю, туда, развернись. Она не хочет ни бить, ничего не делать. Ладно, валим назад толстячку, он сейчас нам подскажет путь решения этой проблемы. А может вниз ебануть? Не, вниз тоже нельзя. Так, что у нас тут можно зафоткать? Ой. Отослать ирис. Назад. И что я сделал сейчас? Что-то полезного? Ящики сфоткать. А, вот штрих-код какой-то, смотри. Отослать губернатору. У нас мало улик. Закончите репортаж, и я пришлю вам код. Да ты чё, блядь, жлобина? Пришли сразу. Чё ещё тут можно сфоткать? Тап, чтобы Шонни, прочитать. Нам нужны следующие фотографии. Ага. Содержимое черных контейнеров. Ага. Гвардейцы Альфа без шлемов. Ага. Мы включим их в 513 выпуск газеты. Удачи. Ага, содержимое черных контейнеров и эти долбоебы без шлемов. А где я возьму долбоеба без шлема? Вот стоит какой-то долбоеб, но он со шлемом. Да не стреляй ты никуда. Так, давай-ка, попробуем. Разбить ему нахуй воздушный резервуар. Я под обстрелом. Вторжение! Ааа, мне пиздец! Мне пиздец! Ой, а что случилось? Бля, кто-то меня стрельнул. Нет, уйди! Бомба! Все, мне пиздец. Я проиграл. Ха-ха, я мудак. Пейдж, я сейчас! Да, надо было сразу туда бежать, я же знал. Ух ты, вот этому ебалососу нормально сейчас кромсают. Ты не успеешь. Свинья умрет. Какая динамичная и напрягающая сцена. Кто же умрет быстрее, свинья или я? Объект обнаружен и схвачен. Перекрыть все выходы. Восточный сектор. Начать дезактивацию. Готовим его к вечерней отправке. Не пались, не надо, нет! Ты не успела.
Жрать надо меньше, чтобы жопа была поменьше, чтобы ты все успевала. Так, ну хорошо. И чё? Теперь? Как? Где? Куда? Зачем? Опа! Ничего не понятно. Ну круто, чё? Ещё теперь, блядь, на три делать-то? А, на ящик опять залезть? Подпрыгнуть. Куда? А, толкать его можно. Подожди, а куда его можно толкнуть? Для чего вообще его можно толкнуть? Это что такое, решетка? А, вот сюда, наверное, можно толкнуть его. Давай попробуем. Одна ты сможешь? Фу, смотри-ка. И пузо даже. Да куда ты его тащишь, дура, блядь? Еще в коридор он вытащи его, поставь. Нам надо вон туда пролезть, походу. Давай. Почему она до этого не могла так быстро просто все протащить? Нет, надо было ждать, пожалуйста, этого. Стенка! Кто теперь будет говорить мне эти слова? Стой, не тащи, все, хватит. Стенка. Так, и что, это можно сломать как-то? Хуй там, да? Ха, действительно. И что делать, все, пиздец? Я в панике, ребят. Я в панике, я в беде. Я не понимаю, что надо делать. Можно сфоткать еще раз вот этого долбоеба, но вряд ли что-то полезное из этого получится. Содержимое черных я... Ой, куда ты? Ну что, ладно. На этом тогда мы с вами закончим. Вот на этой позе посмотрите на нарисованную жопу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на плейлист сверху в аннотациях. Комментируйте ролики, подписывайтесь на Твиттер. И до встречи в следующей серии. Я сейчас что-нибудь разберусь, придумаю, наверное, как бы, где бы записаться-то. И что-нибудь полазю, пожалуйста, и посмотрю. В следующей серии мы начнем с того, что я уже знаю, буду знать, что делать. Все, ребяточки, всем пока. Нихуя себе!